Идем работать в Кремль. Ура! И нас снимает профессиональный оператор. На этот раз. Прикольно. Что ты включил? Я включил, чтобы вы рассказали, где мы находимся. Кремлевский государственный. Нет. Государственный Кремлевский дворец. Антоша Беляев, Джангава Ираклий и я. И ты. А ты кто? Ну, это вы знаете позже. Так, у нас здесь стоит куликам. Вчера мы его поставили. С камеры Аджи. Кстати, да, с камеры Аджи. Опять это Аджи. Смысл твоего? Знаешь, мне скоро Аджи начнет реально... Оно мне уже должно деньги платить, потому что я эту камеру в каждом обзоре упоминаю. И все время про нее говорю. Она тебе платит деньги? Нет, а она Максим, мне не платит, в том числе дело. А Максим потом перестает. Ты че, мою Аджу с GoPro сравниваешь? Ты че, удали? Да. Кстати, за последний обзор, вот который был на Аджу, я ее сравнил с GoPro, там этот Comus Sensor. И мне действительно от начальства досталось. Что же, мне Макс там сказал, ты обосрал ее просто. Нет, я не это вообще имел в виду. Я хотел сказать, что камера хорошая, но у нее мало настроек. И... И, короче, покупайте GoPro. У меня. Да. Богданова уже продал одну. Покажи, что там за окном. Да что там за окном? Кремль. Куранты. Что-то Кремля там нет. Нет? Нет. Ну, блин, сейчас тут понимаешь, что тут кто-нибудь увидит и пристрелит. Тут реально страшно снимать что-то. Тут везде камеры на потолках, чего себе. Вы будете качество? Надо как-то так его оставить. Что? Да, но нам картинка была. Блин, мне бы, конечно, потренироваться, пацаны. А мы данных не будем, я не попадаю, потому что... Откуда я знаю? Сделай настрой. Ты можешь сбить все настройки? Поставь. Антон, ты мне можешь потом смс сказать, какая у меня номер камеры, чтобы я хотя бы понимал. У тебя 12-й номер камеры. Точно? А у Джанжгава 14-й. 12-й, 14-й? Да, 13-й что-то еще, я не помню. Точно, Антон? Точно 12-й, ты 12-й. Внизу 12-й, все. Ребят, пару слов о работе в Кремле. В общем-то, это очень серьезная работа, которая требует большой ответственности. Мы туда заехали за день, потому что очень много согласований нужно провести и бумажных, и по подключениям. То есть для того, чтобы вам дали воткнуться в розетку, на этом нужна бумага. И, соответственно, чтобы что-то там собрать или сделать, тоже это нужно все согласовывать с службами Кремля. То есть там все это очень серьезно. Поэтому мы заезжали за день. Мы ставили два поликама. Поликам — это такой облегченный кран, на котором своя мини-камера находится. Один поликам у нас стоял на сцене, и второй поликам у нас стоял наверху. Он летал, грубо говоря, летал на общем плане. Таком. Это называется как бьюти-шот на телевидении. Обычно такой план. Сам кран поликам, он достаточно облегченный, легкий, занимает мало места, но есть сложность такая, что там своя мини-камера, да, которую нужно и запитать, и, соответственно, проложить к ней кабель коаксиальный. Скажем, обычные ПТСные камеры, они втыкаются в закладные, в Кремле есть закладные, да, уже проложен кабель, который внутри здания. Но нам, соответственно, нужно было тянуть все свое. И поэтому, если вы будете работать в Кремле, учтите это, что если что-то прокладывать, то обязательно нужно запастись черным тейпом, все сделать аккуратно. И поэтому вот мы за день приезжали, все прокладывали, проклеивали, чтобы нигде ничто не торчало, чтобы все было аккуратно. И это надо все сделать заранее, потому что за 2 часа до концерта уже включается режим ФСО, включает режим, поэтому вы уже ничего практически не сделаете, все уже должны стоять за камерах, на своих местах, и это тоже надо учитывать. Надеюсь, наш опыт будет вам полезен, ребят. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, ставьте лайки. Вот, я на все отвечу обязательно. Президент Российской Федерации.